часто наши работы из-за того, что они локализованы и точно четко привязаны к тому или иному новостному поводу, так как мы фокусировались именно на новостной оперативной графике, невозможно использовать несколько раз. И работа, сделанная там, на которую потрачены ресурсы там, 3-4 человека дней, да, вспыхивают единожды, иллюстрируют какую-то одну новость и также затухают, потому что иллюстрировать ими что-то еще невозможно. Поэтому мы ввели такой термин «вечно зеленый» и постарались максимально в будущем делать работы, которые можно использовать многократно и иллюстрировать все больше и больше количества новостей. И, собственно, вот эта работа – это такой яркий пример, когда мы подумали, что же можно сделать к эпохе, череде корпоративов, которые планировались там, перед Новым годом, да, что еще можно изобразить. И вот и решили придумать, нарисовать такую универсальную схему, которая к любой корпоративной волне, она там бывает там, 8 марта, 23 февраля, такие базовые праздники, ну и, конечно, Новый год. Вот. Сделать какую-то такую работу, которую любую новость, так или иначе, которая бы касалась темы корпоративных праздников, можно было проиллюстрировать. И была придумана вот такая история про, собственно, то, как не опозориться и как правильно вести себя на корпоративе. Конечно, это развлекаловка такая, ничего серьезного эту тему изобразить особо было нельзя, но в целом как бы работа получилась, на мой взгляд, неплохая.